Здорово! Сегодня у нас в выпуске просто потрясная шестерка. Гениальная головоломка. Необычный пазл. Офигенная стратегия. Средневековая инженерия. Городостроительный симулятор. И увлекательный пазл. Приступим. Monument Valley – это та самая игра, которую смело можно назвать гениальной. Невероятно простая, но великолепная графика, легкий и в то же время сложный геймплей. Вы побываете в великолепном сюрреалистическом мире геометрии, приводя сооружение то в хаос, то в абсолютную гармонию, прокладывая путь молчаливой принцессе Иде к осознанию собственного «я». Icebreaker – это свежий интересный пазл про нелегкую судьбу викингов, то и дело угождающих в ловушки, плен или еще что ужаснее в гигантские сопли троллей. Сложно описать конкретный стиль разрешения головоломок в Icebreaker. Тебе предстоит использовать ледокол, веревки, пушки, взрывчатку, слизь и, конечно же, куриц, чтобы вернуть викингов на корабль, идущий домой. Cloud Redes – это стратегия, которая смело может переплюнуть знаменитую Clash of Clans. Вроде бы все то же самое, но с еще более проработанной графикой, анимацией, интересным сюжетом и напряженными сражениями. Построй личный летучий остров, оснасти его мощными пушками, хитроумными ловушками и отправляйся за чужими землями и сокровищами. Bridge Constructor – это средневековая строительная инженерия, где мы выступаем в качестве придворного архитектора. В королевстве идет война, и наша задача – поддержать государство за счет строительства мостов для перевоза союзников и продовольствий. В игре забавный сюжет, достоверная физика, несколько режимов игры и качественная картинка, что в совокупности дает довольно весело скоротать время. Westbound – это интересная городостроительная стратегия, где вам будет нужно построить собственный западный городок. На пути к западу ваша вагонка сломалась в ущелье каньона. Вы вместе с группой попутчиков начинаете строить себе укрытие, и внезапно вам приходит гениальная идея. А почему бы не построить город? Обоснуй свой ранчо, найди сокровище и узнай тайну ущелья каньона. Maleficent Freefall – это увлекательная головоломка 3 в ряд. Но ее особенностью является замечательная графика, качественное исполнение и интереснейший сюжет. Вы сможете наблюдать путешествие юной Малефисенты и увидеть загадочный момент перевоплощения в абсолютное зло. Ну что ж, на этом у меня все. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Если ты четкий пацан, будь четким, блядь. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До встречи.